Финансовый проект «Аула Манате» направлен на повышение доходов сельского населения. В прошлом году по Северо-Казахстанской области оформлено 236 заявок от населения на общую сумму порядка 1,8 миллиарда тенге для развития животноводства и торговли в сельской местности. Брать кредиты, и что самое интересное, это кредиты под низкий процент и с отсрочкой на 1,3 срок. Эта работа в 2024 году продолжается, уже сформирован пул заявок, и местный исполнительный орган также отрабатывает совместно с партией «Аманат» и с населением по выдаче кредитов под низкий процент. Областным филиалом партии «Аманат» также активно проводятся курсы по повышению финансовой грамотности в рамках проекта «Карысыз Коғам». На сегодняшний день его прошли более 3500 человек. До конца года обучение пройдут еще 2000 граждан. Он помогает людям не попасть в долговую яму, правильно сформировать свой личный бюджет. Наши тренеры работают с населением, как в индивидуальном порядке, так и коллективно проводят семинары, курсы. Кроме того, с весны этого года в поддержку республиканской акции «Таза Казахстан» филиал партии «Аманат» запустила программу «Чистый четверг». Представители различных предприятий, общественных объединений, молодежи совместно с партийцами выезжали на береговые линии, сакральные места, чтобы провести уборку территории. Камиля Хамидуллина, Анатолий Беланок, служба новостей.